во-первых, какие-то трудные минуты помогала, наверное, самоирония. Она, в общем-то, ну, как бы юмор моя профессия, самоирония, она тоже какая-то родственница этому. Хотя я знаю, что не все способны из юмористов на самоиронию, но мне кажется, так сказать, Господь, природа дали мне вот эту способность, и она очень выручает. Это с одной стороны. А с другой стороны, это вот самоирония, она хороша тем, что она как бы какое-то душевное равновесие дает. А дальше всегда в трудные минуты я бросался к письменному столу. Это моя работа. То есть я начинал работать. Работа отвлекает во всяком случае и дает возможность остыть, я не знаю, не горячиться, потом через какое-то время спокойно взглянуть опять на эту же ситуацию и найти выход. Вот эти два качества самоирония и вот желание сразу кинуться к работе, такое спасительное, не потому что, ах, мне хочется работать, да, а именно, чтобы вот отойти от беды, как бы взглянуть на нее со стороны. Вот этими инструментами я пользуюсь.